Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. В прошлом обзоре мы с вами рассмотрели эту чудесную куколку, которую зовут Гулиоп Джиллингтон. А сегодня в гостях у нас целых две милашки Монстр Хай. Это Хани или Хони Свамп и Ребекка Стим. И раньше она называлась «Я люблю аксессуары», но позже она была переименована в «Gorgeous Accessories». Куклы, представленные в ней, имеют очень много общего с серией I Love Fashion и I Love Shoes. Там, как вы помните, у кукол было больше одежды и обуви. Серия Gorgeous Accessories является бюджетной. Подставки и расчески не прилагаются, но зато в комплект идут две сумочки, на которые стоит обратить внимание. Их дизайн весьма интересный и пропитан идеологией своих владельцев. Сейчас рассмотрим коробку. Она выполнена в черно-фиолетовом цвете. Справа герб Monster High, надпись Monster High. Слева маленькие рисунки аксессуаров, это сумочек, обуви и очков. Ниже арт персонажа с одной из новых сумочек, имя персонажа и чья это дочь. Правее логотип коллекции Gorgeous Accessories, монстра туфелька. Сейчас смотрим заднюю часть коробки. Здесь изображен арт персонажа, имя и история, что произошло с персонажем в этой серии. Что касается коробки Хани Свомп, то она точно такая же, как у Ребекки. Сейчас давайте рассмотрим, как куколки выглядят без коробок. Эти экземпляры я взяла в магазине Beliviks.com, а своих уже раскрыла. Вот они, и начнем с Хани Свомп. Да, и хочется обратить особое внимание интерьеру данной коробочки. Здесь изображены шкафчики, бусы, лианы, камеры, ленты для камеры, Камера и кинолента. Давайте посмотрим, что нарисовано на внутренней части коробки. Здесь есть шкаф, лианы, бусы, хлопушка, камера и кинолента. А теперь самое время подошло рассмотреть Хани Свомп. У Хани Свомп бледно-бирюзовое тело с молдированными узорами на нем. Ручки не жестовые, между пальчиков виднеются перепонки. Лицо домашнее и милое. Макияж спокойный розовый, в виде розово-желтых теней и нежно-розовых губ. Прическа пушистая и кудрявая. Волосы убраны в пучок сзади. Они окрашены в два оттенка бирюзового, темный и светлый. Одета Хани в простое, но симпатичное платье. Платье бледно-желтого цвета с необычным болотным узором. По всему платью пестрит принт из зеленых водорослей и розовых злобных цветочков. Воротничок фиолетового цвета. Туфельки открытые, с тонким каблуком, окрашенные в фиолетовый цвет и опоясанные болотными лозами. Первая сумочка у Хани Gorgeous Accessories имеет бирюзовый цвет и окрашена сиреневыми розочками. Сама сумка представлена в виде переплетения болотных растений, а вот вторая ярко-желтая с мордочкой крокодила. Ну, в общем-то, это все, что можно сказать о Хани. А теперь рассмотрим Ребекку Стим. У Ребекки синие фиолетовые тени, обрамляющие шестеренки глаз. На губы нанесены золотые блестки. В этой серии у Ребекки преимущественно синий цвет в волосах. Черный в основном сзади и в паре прядей, убранных назад. Челка у Ребекки отсутствует. Волосы добавлена частичка фиолетового. Руки у Ребекки не жестовые, у нее такой же молд с заклепками и имитацией железных пластин, как было и всегда. Одета Ребекка Стим в небольшое, но легкое платье, без каких-либо аксессуаров. Основная часть платья окрашенная в разные оттенки синего, полосками сверху вниз. Рукава и юбка выполнены из светло-кремового материала с принтами роботов, шестеренок, часов и различных научных расчетов и формул. Еще у Ребекки есть медные карманные часы. Туфельки у Ребекки такие же, как и у Ребекки Dance Class, но в этой серии они окрашены в синий цвет.
У Ребекки также есть две сумочки. Одна очень напоминает ту, что была у нее в базовой серии, сумочка в виде будильника синего цвета, а вторая очень интересная, механический чемоданчик с часами и механизмами коричневого цвета с синей крышкой. Он открывается, и можно что-то положить внутрь него. В общем-то, на этом можно было и закончить наше видео, но я хочу сделать такое эксклюзивное дополнение и сравнить куколок из этой серии Gorgeous Accessories с куколками, такими же персонажами из других выпусков. Вот мы поставили Хани из всех выпусков на данный момент, на начало июля 2015 года, их всего три. Это Хани Свомп из серии Страх Камера Мотор, Хани Свомп Фрик Ди Шик и новая куколка Gorgeous Accessories. С первого взгляда видны три разных образа. Первое – это репортер, второй образ – это марионетка в цирке Фрик Ди Шик, и третье – это домашний образ такого шопоголика. В каждой серии у Хани Свомп пышные волосы. В общем, в компании Mattel прибыло три таких мочалочки. Ну что, поменяем Хани Свомп на Ребекку и посмотрим, как они все вместе выглядят. Вот я поставила сюда всех Ребекк всех серий, и сейчас я вам не буду детально рассказывать, чем они друг от друга отличаются. На это будет отведено специальное сравнительное видео, потому что в моей коллекции примерно 350 кукол Monster High, и хотелось бы их сравнить и сделать специальные репортажи об этом. А на этом наше видео подошло к концу. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Белевикс, ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка будет в описании. Be cool and crazy. Всегда оставайтесь на волне. Пока!